бы мистеру Кроллю не нужно было бы умирать? Джун, все в конце концов умирают. И даже вы с мамой умрете. Ну, да, солнышко, да, мы тоже, но это случится еще очень-очень. Поспеши, Джун! Нельзя же опоздать в первый день старшей школы! Секунду, Сэнди, уже выхожу! Как думаешь, мне надеть шапочку? Думаю, что она очень тебе идет. Джун, ты слишком переживаешь. Лучше подумай, со сколькими людьми ты сегодня подружишься. Я просто надеюсь, что никто не сочтет меня странной. Ой, да с чего бы кому-то так считать? Серьезно? Ой, Джун, да не беспокойся ты так. Это же просто школа. С утречком, Джун. Доброе утро, Джун. Доброе утро, мистер Кэтфилд, и вам, Дмитрий. Тебя все здесь любят. И знаешь почему? Ты умнейший живой человек, которого мы знаем. Я единственный живой человек, Джун, который... Джун, поверить не могу, что ты уже уходишь в школу. И не просто в какую-то там школу, в школу имени меня. Генерала Троллища Грамплина. Этот момент необходимо ознаменовать фотографией. Всеобщий сбор вокруг, Джун. Это совсем не обязательно, ребят. Глупости. Ты впервые выходишь в свет, юная леди. Улыбочку. Ребят, вы точно справитесь без меня? Ну, конечно, Джун. Все будет нормально. За нас не волнуйся, Джун. А теперь иди и заведи друзей. Это та странное складбище. Я о ней наслышана. Она не такая, как все, и я ее не знаю. Это пугает и тревожит меня. Да уж, прекрасно. Ведьма! 3, 4, 5. О, да, бесплатная парковка! Какой у этой игры смысл? Можем попробовать другую? А, это бесполезно. Чем еще мы можем заняться без Джун? О, думаю, Джун бы знала. Чего же мы тогда ждем? Давайте спросим у Джун. Итак, вы сопливые сопляки, добро пожаловать на курс всемирной истории. Истории всего мира. Карма, шварма и Японию размамблямба. Ядрёный конь, Винрасп, что ты делаешь с этой козявкой? Просто показывай ему, где парта, сэр. Это преступление? А ну бросай, Винс, еще и попробуй поболтай мне тут. Марш со мной в кабинет директора, да и поживее, юноша. Остальные достали учебники и... учите грёбаной флаги! Так значит, ты та девочка из кладбища, да? О, да, наверное, но вообще меня зовут... простить всех за пристальные взгляды. Никто тебя в жизни не видел. Долгое время говорили, что ты какое-то чудище, сшитое из оленьих частей. Тебе на дому обучали, что ли? Ну... И эти безбожные иракезы думали, что их король Филипп их защитит. Когда мы укротили невообразимую мощь пара, стало возможным плавать даже против течения. Я их прям зазубриваю, видишь? Чтоб прям резали. Да. Ну, а я ходила только в нормальную школу. Ладно, я Лиза Роуз, а это мои подружки Дейс и Вайлет. Мы цветочки! О, вот она! Ребята, я нашла Джун, и она уже завела пару друзей. Пара друзей — это замечательно для бизнеса. А? Что за ужасные вещи они носят? Моя статуя у входа впечатляет, но начистить до блеска не помешало бы. Эй, с кладбища все хорошо? О, да, прости, Лиза. Не Лиза, Лиза Роуз. Да, Лиза Роуз. Прости, Лиза Роуз. Элементарная ошибка, уверена, ты не повторишь ее. Знаешь... Я слегка удивлена. Для человека, живущего за счет трупов, ты выглядишь довольно неплохо. У тебя милый кулончик. О, спасибо. Поменяемся? Что? Посмотрим. Нет. Боже, ты только посмотри, нет. Джун! У нее в сумочке будто небольшой универмаг. Сэнди! Вообще-то это блонд, но хорошая попытка. Вот, меняю свой блеск для губ. Мне просто купят новый. Я всегда хотела этот блеск. Заткнись, Вайлет. Блесточки. Нет, спасибо, Лиза Роуз. Можешь положить обратно. Прости. Прости, я верно тебя расслышала? Ты отказалась от моего подарка? Но ведь это не подарок, если... Это что, какой-то дорогой тебе кулон от твоих мертвых родителей? Это необычно подробное описание, и... Да. Вау, кладбищенская девочка. Я пришла с предложением дружбы.
Многие бы за это убили. Разве ты не хочешь быть популярной, а не какой-то чудилой? Да! Чудила! О, это оскорбление! Джон, доставай пистолет. Не хочу я быть ни популярной, ни чудилой. Я просто хочу быть обычной ученицей, ходящей в школу на уроки. Запомни раз и навсегда, девочка из кладбища. Отказываться от этого блеска было самой большой ошибкой в твоей жизни. Но зато она ничего не сказала про шапочку. Ведьма! Вот и плакали мои шансы влиться в коллектив. Ой, да не будь ты такой забитой. Может, Джон, не вешай нос. Пройдет пора ненастная. Да, завтра повезет. Не хочу я пробовать еще раз, Грамплин. Сегодняшний день был ужасен. Все вокруг так субъективны, а вы еще и постоянно отвлекаете меня на уроки. Все наверняка думали, что я чокнутая, когда я к вам обращалась. Но, Джон, пока ты не захочешь, они не услышат твою беседу с призраками. О, погодите, я опять все напутал. У меня была лишь одна попытка на то, чтобы быть нормальной, и я ее провалила. Нет. Полагаю, мы ее провалили. Просто пойдемте. Но пока ты не ушла, можешь открыть этот шкафчик! Ух, спасибо, я попросил бы раньше, но не хотел тебе мешать. Оу, какие у него чудесные манеры. О, эй, да ты же Джун. Ё-моё, ты вела себя очень смело на уроке истории. Отчасти глупо, если учесть, что Лиза Роуз богатейшая девочка в округе Ладбороу. Но все равно очень смело. Кстати, я Блатси. О, привет, Блатси. Слушай, я как раз собиралась домой, домой, так что... Домой? О, вау, я тоже. Мы с тобой дома можем пойти вместе. Давай, Джун, догоняй. Вау, так ты и правда живешь в морге? Ага, не могу так уж винить других в том, что меня считают странной. Ну, разумеется, ты странная, но это же и делает тебя клёвой. Ну, то есть, у всех есть какие-то странности, у меня вот проблемы с железами. А мне 15 1959-го. Выходит, быть странным нормально. Ага, разве это не странно? Ну, было здорово с тобой поболтать, Джон. До встречи завтра! Блатси, подожди. Ты не хотел бы познакомиться с моей семьей? Еще как! Ребята, познакомьтесь с Блатси! Можете показаться ему. Он друг. Приветик, Блатси. Генерал Трунгас, к вашим услугам. Блатси? Он будто призрака увидел. Мы так шутим каждый раз. Но в данном случае это почему-то все еще смешно. Блатси, ты в порядке? Это... так... клёво! Ура! Праздник дружбы! Давайте ознаменуем эту победу дружбы фотографией! Боже, какой чудесный день! Так, кажется, у кладбищенской девочки появился друг. Но если она думает, что это поможет ей закончить старшую школу, мы обязательно будем цветочками на ее могиле. Можно мой бинокль обратно? Заткнись, Вайлетт.